Во Фряновской школе номер 1 юбилей, ей 130 лет. Выцветшие фотографии в музее школы рассказывают об истории старейшего в нашем районе учебного заведения. В далеком 1886 году школу основали при местной церкви. Потом она многократно переселялась, количество учеников увеличивалось. А в 1992 году появилось нынешнее здание. В нем десятки оборудованных кабинетов, действуют многочисленные кружки, даже есть бассейн. Сейчас Фряновская школа одна из лучших в районе. Она является региональной инновационной площадкой Московской области. Мы видим, что здесь великолепные успехи в учебе. Это означает, что педагогический коллектив постоянно совершенствуется, проходит переподготовку и делает все, чтобы идти в ногу со временем, идти с новыми федеральными государственными стандартами. И нам это очень приятно, и мы этим гордимся. Своей целью педагоги школы неизменно ставят разностороннее развитие учеников. Благодаря неустанному труду сплоченного коллектива учителей и профессионалов растут активные, инициативные и талантливые ребята. В такой юбилейный день каждый учитель школы был отмечен грамотами, ценными подарками, памятными медалями. В актовый зал школы пришли не только ее нынешние работники, но и те, кто отдавал здесь сердце и душу детям на протяжении многих-многих лет. На память была сделана фотография, на которой вместе с руководителями района и поселения запечатлены все бывшие директора школ. С детьми надо только любовью. Только любовью. Если у тебя есть безграничная любовь к детям, все прощающие. Такое понимание детей, и чтобы быть хорошим учителем, надо самой в душе оставаться ребенком. Праздник получился душевным. Чувствовалось, что дети и их учителя очень дружны. Это второй дом, ведь здесь учителя понимают тебя точно так же, как и в твоем родном доме. Они всегда поддержат тебя, помогут в трудную минуту. Здесь важны не столько оценки, сколько понимание учителя и ученика. Учреждение развивается, с каждым годом становится лучше. Незадолго до юбилея школа получила от властей района и поселения великолепный подарок. Стадион с беговой дорожкой и с воркаутом. Так спортивные достижения ее учеников будут умножаться. В этом году у нас пришла молодая педагог. Она 3 года назад у нас новый учитель физкультуры, тоже хорошо влился в наш коллектив. Он бывший выпускник школы. Ну, то есть все с удовольствием приходят к нам, потому что вы видите, насколько душевно мы всех встречаем. И дети также у нас добрые, отзывчивые. Школа, ты не старишься, никогда не старишься. Андрей Цеходович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».